очень нравится то, что компания для проведения крупных мероприятий международного масштаба, конвенций, каждые полгода выбирает разные страны, разные города. Санкт-Петербург – это город, в котором каждый квадратный метр – это история. Да? Это были два замечательных, незабываемых дня, когда два автобуса, почти сотни партнеров в одной команде ездили и смотрели все эти места, гуляли по паркам, были на фонтанах, или во дворцах. Мы постарались, мы устроили экскурсии, прогулки по Санкт-Петербургу. И мне кажется, что после того, как они увидели наш красивый город, они уже на мероприятиях пришли полные таких вдохновленные. Они выходили с этих экскурсий, говорили, что вот мы понимаем, зачем нам работать, зачем нам эта компания мечты. Как вам сказать? Это незабываемо. Мы с группой приехали, была в Москве, я думала, так же, как в Москве будет. Но я не подумала, что попаду в такой город исторически, да. В таких местах побывала, где вот здания, которые 200-300 лет. Знаете, на самом деле впечатления незабываемые. Конвенция прошла на высшем уровне. С каждым разом видишь, как уровень компании растет, понимаешь, что ты находишься вообще в компании мечты, где так и есть. Не знаю, как своим словам передать. Все классно, все супер. Я очень рад. Каждый день радуюсь, что я нахожусь в этой компании. Это было очень насыщенное событие, интересное, не только в качестве информации и информационного насыщения, но и атмосфера, эмоции. В зале творилось что-то невероятное. Апофеозом нашего события было то, что президент представил новый проект под названием Smart City. Сейчас люди находятся в состоянии эйфории, что ли, потому что этот проект открывает перед нашими партнерами и обычными людьми совершенно новые возможности и просто невероятные перспективы. Я за всю свою историю, наверное, не припомню столь бурного накала страстей, эмоций на событии, перед событием, после события. На событии было очень много новостей, очень много промоушенов, очень много нового. И, конечно же, если вы хотите преуспевать, вам обязательно нужно не пропускать такие мероприятия, быть обязательно с командой. Я думаю, что эмоции, которые меня сегодня переполняют по окончанию события, они наиболее яркие, наиболее сильные. Наверное, это связано с тем, что мероприятие прошло в рамках истории успеха. На сцене были люди, лидеры, которые рассказывали свои истории успеха. Мы все понимаем, что те люди, которые дошли до определенных ступеней, да, это был непростой путь, но это бойцы, это те люди, которые не только победители в бизнесе, это победители по жизни. И каждая история тронула своей искренностью, подачей, да, то есть чувствовала, что это было все от сердца. Но я очень прониклась. Вот наш бизнес, он строится из истории. И когда выступали топ-лидеры, когда им не просто темы дали, да, чтобы они там еще обучение проводили, а именно личные истории успехов, как они достигли именно того, что достигли, почему они стоят на сцене, это моих партнеров просто-напросто перевернуло. У них появилась цель во что бы то ни стало попасть на эту сцену и рассказать свою историю успеха. Это была беседа от души. Люди рассказывали очень сокровенные вещи, которые, возможно, они никому никогда не говорили. И, конечно, апогеем этих историй я сама сидела со слезами на глазах.
Это была, конечно, история нашего президента. Я сегодня утром созванивалась с партнерами, которые по каким-то причинам, к сожалению, не приехали на это событие. И я постаралась в двух-трех словах передать свои впечатления по поводу нового продукта. Конечно, было это сделать очень сложно. Необходимо присутствовать здесь, на событии, из первоисточника, слышать эту информацию. На данном событии был запущен очень большой, мощный проект, аналогов которому в мире, в принципе, наверное, на сегодняшний день нету. Совсем скоро вы о нем узнаете. Сейчас люди из Санкт-Петербурга отправляются в города, в регионы, в свои страны для того, чтобы поделиться этой информацией. Умный город – это то приложение, которое будет удобно и в потребляемости не только для дистрибьюторов нашей компании, других компаний. Это продукт, который будет актуален для любого человека, который в своей жизни потребляет какие-то обычные средства или услуги первой необходимости. Да? Я лично думаю, что этот проект, который соединяет современные тенденции мобильной коммерции и мобилизации во всем мире, сделает переворот во всем мире, потому что такого проекта еще в мире не существует. Начинаем с новой силой, с новой энергией приступать к реализации своих планов, поставленных целей. И это здорово. Относительно самого себя я хочу сказать, что мы продолжаем внедрять и развивать систему обучения компании DST. Мы переходим ко второму этапу развития системы нашей. Также, если говорить о ближайших планах, то я, конечно же, свой график хочу совместить с графиком турне президента и сопровождать его по всем городам, где он наметил быть. И цель этого турне, естественно, презентация нового проекта, объяснить людям, рассказать о том, что он из себя представляет, какие преимущества и перспективы открывает для нас, партнеров компании DST, ну и, естественно, обычных людей. Значит, у нас в планах также есть разработать стратегию по работе для вывоза максимального количества квалифицированных партнеров на следующие каникулы компании, потому что те каникулы, которые были, они, да, незабываемы, но сегодня стоит цель вывести не 5-6 человек, да, а вывести целую армию партнеров, которые выполнят квалификации для того, чтобы поехать в Таиланд, отдохнуть в каникулы компании. То, что было объявлено на событии, очень сильно вдохновило, впечатлило, и мне с нетерпением хочется поделиться этой информацией со своей командой, с теми людьми, которые не добрались, может быть, до Санкт-Петербурга по тем или иным причинам. По возвращению в город – это не терять позицию. Это получается, мы будем работать над своей командой. В частности, это город Костанай. Костанай вообще красавчики, это такая сильная команда. Это Ерементау, Караганда, Павлодар. Вот. Не расслабляться, работать дальше. И как бы до следующего события. Конкретно я хочу новой квалификации. Меня очень тронула новость, которую озвучил Рустам, что следующее событие будет в нашем городе Астана. Это очень красивый город, это новый город с очень красивыми зданиями. Вот, и мы сейчас по приезду домой уже начинаем активную подготовку к событию, потому что для нас это большая честь. Мы хотим достойно встретить всех гостей, всех партнеров со всех стран, городов,